Уважаемые жители и гости нашего поселка, от имени Совета депутатов поселка Курагина я вас искренне поздравляю с наступающим Новым годом и приближающимся праздником Рождества Христова. Традиционно в это время подводят итоги и строят планы на будущее. У каждого из нас с вами были какие-то определенные события. И я вам желаю, чтобы в будущий год с вами пошли только добрые, теплые и позитивные события. Совет депутатов, депутатский корпус нашего поселка совместно с администрацией приложили все усилия, чтобы сохранить социальные обязательства для населения нашего поселка. И я думаю, что мы и впредь совместными усилиями будем сохранять мир и согласие в нашем поселке и будем работать на благо нашего населения. Я поздравляю вас с праздником, желаю вам счастья, здоровья, удачи, мира и тепла вашему дому и всяческих вам благ в новом году.